Друзья, всем привет! Сегодня у нас 24 мая, и вот выбрался на рыбалочку на пару часиков. Я думаю, многие сумские рыбачки узнали этот водоемчик. Можно сказать, что в черте города Сумы. В прошлом году здесь ловилась мелкая щучка. Ну и в принципе в этом году то же самое, ничего не поменялось. Также клюет мелкая щучка, но все равно интересно половить ее. Насладиться поклевочками, вываживаниями, особенно на такую легенькую снасть. Взял сегодня импульс с собой, хочется еще по щучке его, по такой, по мелкой проверить, насладиться поклевочками. Надеюсь, рыбка будет клевать, так что собираю снасть и начинаем рыбалку. Погодка сегодня классная такая с утра, ну потом ветерок подымется, сейчас ветра нету, тишина, птички поют. Хорошо, хоть тихо, никто не стреляет. Все, собираем снасть и начинаем рыбалочку. Так, ну что, друзья, начнем рыбалочку. Сегодня будет у меня в качестве щучьей снасти будет окуневый спиннинг, импульс мой 2.10. Взял с собой сегодня катушечку Дайва Фуэго. У меня просто тут намотанный 0.4 шнурочек. Думаю, 0.2 шнурок как-то для щуки маловат. А вот 0.4 сгодится вполне. И вот такие вот приманочки буду использовать. Твистерок 2,5 дюйма. Это приманочка Hot Baits, копия на Swing Impact 2,5. На 5 граммах, на двойничке. В общем, буду пробовать. В принципе, я здесь бывал недавно, уже в этом году, и щука вся стояла у берегу, как-то неактивная была, стояла у берегу, поклевочки были только на равномерках. Сейчас тоже интересно проверить, сначала проверю дальнюю бровочку, возможно, она сместилась туда дальше, но потом буду уже тут ближнюю проверять равномерочками. Ух, здесь первая поклевочка, друзья. Тоже возле берега на равномерке клюнул шнурочек. С третьего заброса. Тихо. Сейчас еще и срежет меня 0.2 флюрик. Вот такая щучка. Не крупная, но поклевочка есть. Интересно. У, заглотила хорошо так. Нужен инструмент. Так, ну что, друзья, продолжаем рыбалочку. Первая щучка есть. С третьего заброса. Ну, у берега. То есть, по сути, она не переместилась никуда дальше. Стоит, как и стояла, в берегу. Повезло, что не срезала. Флюрик 0.22. Это я взял новый флюр на пробу Sunline V-Hard. Раньше я брал Сиглон, а сейчас вот V-Hard такой, он как бы попрочнее немного. Ну, в принципе, 0.22 такой универсальный под окуня подойдет, и под голавля, и под судака, ну и под щучку, в принципе, под такую мелкую сгодится. Ну, конечно, если глубоко заглотит, то срежет, но это не срезало, хотя
зубами прошлась по флюру, есть засечки, но не срезала. Так, возле берега уже выматываю равномерочкой. Тут камни, и вот в камнях она там походу и стоит. Так, друзья, переместился на другое место. В общем, бегаю с места на место. Так получается, что, скорее всего, будет одна поклевка с точки. Плюс-минус. Или вообще поклевок не будет с некоторых точек. В общем, нужно бегать, искать. Рыбка есть. Рыбка поклевывает. Ну, нужно подобрать к ней ключик. Ух, удар. Да, взяла. Ах, блин, сход. Под самым вот тут бережком. Уже тоже на равномерке. Так, по камешкам вот и шла. Приманочка била, била, била. Потом класс, удар такой. Ну, не засеклась. Опа, есть. Вот она, походу, взяла Ташу. Ташу клюнула, стояла здесь. Такие шнурочки клюют. Интересно, все-таки, хоть и недалеко от берега, но все равно классно. Сейчас я пока складываю в садочек рыбу, потом по итогу в конце выпущу. Хочу сделать общую фотку. Тихо, тихо, тихо. Блин. Ах ты, ее оторвал, короче. Зацепился об камни и оторвал. Сейчас оторвал, вот перевязываюсь. Осталось их немного. Брал их вообще-то под судака, вот этих копий свингов 2,5. Ну, судаком как-то вообще даже и не выезжал еще на судака. А окуня ловят, щуку ловят, саму даже ловят. Ну, судаком как-то не срослось, надо выехать на судочка. Так, ставлю двойничок. Можно, конечно, и на все эти, но на все эти тут щука мелкая, неактивная, засекаемость будет очень и очень плохая. На двойничке должно быть нормально. Ну, двойник, конечно, минус, зацепляется возле берега. Щука вся возле берега стоит и цепляется приманка за камни. Блин, коряво пошла. Надо, конечно, отверстие пробивать изначально, а потом одевать, то что так криво идет. Так, ну, сойдет, думаю. Ух, есть, есть клевака под берегом также, ну, такой как окунь. Непонятно, что там. Не, щупак. Ах, блин, сошла. Сделала свечку и сошла. Схватила тут уже под самым бережком. Ай, блин, сошла. Сошла, и какой-то шнур достал. Сегодня я ловлю приманки. Щуку меньше ловлю, чем приманки. Вторая уже приманочка.
Ух, есть. Есть рыбка. Также под бережком сейчас на свечку пойдет. Ох-ох-ох. Это такая уже. Грамм 300, наверное, есть. Тихо ты. Да, заглотила, конечно, в самые жабры. Сейчас аккуратненько попробуем как-то тебя освободить. Ух, он возле берега, прямо в кувшинках вот тут. А то утка, то не щука. Я думал, это щука. Утка нырун. Назовем ее так. Так вот спасаются приманочки. Зацепился за камни, взял за шнур, отстрелил и достал. Работает метод. Главное сильно не дергать первые разы, чтобы не оторвать. Все, друзья, пришло время самого приятного — отпускать рыбу. Щучки мелкие такие, грамм до 300, 5 штук. Так что отпускаем, пускай плывут, подрастают. Все, пока-пока. Возвращайтесь в скором времени. Так, ну что, друзья, сейчас 11 часов дня. Рыбачил я с 7. В общем, такая получилась рыбалочка. 5 рыб я поймал. Еще были сходы, были поклевки, откушенные хвосты. В общем, такая, в принципе, неплохая рыбалка, но вся щука, все поклевки именно с берега. То есть где-то, ну, метров в 5 от силы вся рыба стоит в берегу. На дальняке пробовал джиговать, вообще поклевок нет. То есть, ну, как-то чисто равномерочкой вот уведешь, в берегу класс, есть поклевочки. Ну, ждем, пока рыбка отойдет, уже чтобы как бы половить на такой полноценный джиг с такими хорошими ударными поклевочками. Ну, а пока как-то так. В общем, рыбу отпустил. Все, удовольствие получил, рыбка поплыла подрастать. В общем, все довольны. Все, всем пока, до новых рыбалок, увидимся.